Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». В центре столицы 450 квартир остались без тепла и горячей воды. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы, причиной отключения стал пожар в центральном теплопункте. Возгорание произошло в Тверском районе на улице Достоевского. На данный момент пожар ликвидировали, пострадавших нет. Собеседник агентства уточнил, что службы города уже прибыли на место происшествия. На этом у меня пока все. Больше на сайте mymsk.online. До скорого!